Всем привет, дорогие друзья, и хорошо вам настроение. С вами Рэй, мы продолжаем играть в ХКР 2. Сундучок у нас тут созрел. Магнит, ускоритель флег. Так, команда. Приветик. Нет, привет всем. Вот так напишем. Привет всем. Так, результаты опять у нас ребята сейчас покажут. Победители. Победители. Поздравляю нас всех с этим хорошим событием. Так, зимние шины, колесный ускоритель, деньги, билетики. Все как полагается. Тяжеловоз. Ну, неплохо тогда. По очкам поднялись. Замечательно, друзья. Так, событие. Магазин. В магазине открываем пак. Нет, мы не открываем пак, потому что, сам видишь, нельзя, видимо. Так, ну что, 26 тысяч кубков у нас впереди. И, соответственно, я буду сегодня пытаться их заработать. Как говорится, кровь из носу. Кстати, очень много денег, ну как много? Не совсем чтобы много, но прилично. Глубоководная езда еще к тому же у нас тут. Так, что бы нам взять? На рандоме чисто поедем. О, вот такой вот возьмем. Вид с тобой. А машинку давай поменяем, наверное, на раскрасочку. Ну, анимации у нас нету. И я хотел... так, если мы... Чем там хотели покупать, я уже забыл. Танк вроде бы прокачивать хотели или что? Нам бы допрокачать то, что у нас есть. Кстати, смотри, у нас вот тут вот... спортивный автомобиль. Это у нас прокачанная. Король сельскохозяйственной техники. А где у нас вот эта вот вертушка? Вот она. Хм, взять что ли ее? А на каком байке нас все время обгоняет? Ну, практически вот на этом, да? Суперкар. Ну, суперкар, наверное, мы будем тогда уже все-таки до конца прокачивать. А там уже посмотрим, что из этого вообще у нас получится. Че, если затормозить музыки, опустишься быстрее? Ничего себе. То есть, если я буду в воздухе затормаживать, у меня будет машина быстрее приземляться, что ли? Ладно, друзья мои, глубоководная езда. Сами знаете, что... какое у меня отношение к этим... ой, к этой воде и вообще ко всему прочему. Не особо я любитель вот эти водные гонки устраивать. Сзади едет, не могу понять. Какая-то тарахтелка, да? Оу, щит. Ну тут, в принципе, ладно, ребят. Тут хотя бы финиш уже рядом. И мы успели приехать на него. Давай, 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 давай. Баги там какая-то лезет. Куда ее не просят. Ёк-макарёк. Оу. Друзья, ну какого же ты лешего делаешь-то, ё-моё. И не туда заехал. И если ты скатился, так ты будь добра, встань на колеса. Какого ты лешего упала-то, а? Балбесина. Вот ты мне объясни. Так, я поехал сюда вниз, ребят. Я там знаю, там подводка. Молодец. Красавчик, лучше ничего и придумать не мог. Смотри, смотри, смотри. А что это там впереди за машина, я не могу понять. Я не узнаю просто этой тачки. А, это спортивный автомобиль. Просто с крышей. Да ну, твою налево. Это же надо было, блин, мне влететь, как я не знаю кому. Ладно, хоть второе место. Ты видел, да, что произошло? Я просто подлетел в саму поднебесную. Ну и, соответственно, меня в этот момент почему-то обогнали. Потому что я слишком долго приземлялся на землю обетованную. Так, лед, все дела. Черепа? Черепа, ребята. Трэш. Это просто какая-то болезнь для раллийного авто. Вот именно вот эти вот черепа. То есть врезался, все, извиняй, ты трупешник. Редко, конечно, получается, чтобы проехать. Я что-то не могу понять, там... я выше всех пролетаю. Я полечу сюда, ребят.
Я не хочу там понизу, хотя, может быть, понизу было бы и выгоднее ехать. Ну, я вот так вот решил. Опа! Совсем другое дело. Но, друзья, сами понимаете, нужно еще одну гонку выиграть, чтобы быть здесь финалистом. А вот дано ли мне это будет? Вот это вопрос. Так, здесь, благо, все хорошо получилось. Он пролетел почему-то, а я вот нет. Еще и подкидывает мне машину, вот, посмотри. Оу-оу-оу. Да, твою налево, почти нога в ногу ехали. Так, что у меня получается? Я получаюсь на первом месте, да, тут в любом случае. Фух. Испытание на скоростных спусках. Мне, кстати, немножко непривычно. Я поменял цвет машины, и теперь я начинаю путаться. То есть я как бы смотрю на нее, но я привык, что она у меня как бы такая фиолетово-бордовая, да, была? Фиолетовая, блин. А сейчас она разноцветная. И мне немножко она сливается со всем, с общим планом, фоном. Ну, естественно, тут баги начинают, как всегда, выпендриваться. Вот это вот просто замечательно, когда ты на скорости влетаешь в какой-нибудь потолок и думаешь, как же мне повезло, что я не разбился. Потому что разбиться тут вообще, ребят, плевое дело. Слушай, очень-очень короткая была трасса. Вообще моментально проехали. На одном, так сказать, дыхании. Ну что, Нагорный кубок. Естественно, друзья мои, продолжаем играть в Нагорный кубок. Потом посмотрим, что у нас там за события. Может быть, получится еще немножко поиграть. Ать, я вспомнил. Самый умный, я смотрю, да, там на спортивном драндулете. Елку еще сзади там надел. Нифига он. Крыльев я вообще-то в него не вижу. А как он так летает-то там? Что, тут одна гонка, что ли? Ё-моё. То в моих интересах его, конечно, тут... Нет, тут не одна гонка. Так, ну, допустим, он проехал. Давай посмотрим сейчас, что у него получится. Твою налево, без блин этого получилось проехать. Твою налево, повезет тому, кто заехал. Да. Эй! Выкопал, называется, себе яму. Твою налево, а? Ну как так-то? Друзья, ну как так? Блин, я сейчас цвет поменяю обратно. Меня что-то вымораживает вот этот вот идиотский свет, который... У меня сейчас машина перекрашена. Мне из-за нее удача улыбнулась. Просто фортуна от меня отвернулась, потому что я вот взял какой-то цвет нехороший. Можно взять обычный наш спортивный такой вот золотой. Он тоже, кстати, неплохо. Неплохо сам по себе. Давай вниз тогда уже поедем. Тут у нас замечательно получилось. Все, давай еще следующую гонку. Поехали, гоу. Да, там еле-еле. Давай только не переворачивайся. Давай только вот едь нормально. Обалденно ее раскидывает. Ну, не получилось, конечно, тут обогнать, к сожалению. Ладно. Так, мы вернулись только опять на свое место. Путешествие на пальцах. Давай-ка я возьму здесь баги. Да-да, ребята, именно баги. Попробуем на ней.
Ну, тут мотоцикл есть. И не только мотоцикл. Я смотрю, тут вон. Супердизелек у нас, оказывается, тут еще. Да че же мою машину так подкидывать-то, а? Так, ладно. Первая победа была за ним. Еще и провалился, блин. А там кто-то на попрыгульках? Такс, есть все шансы, друзья мои. Тут мы приехали первыми. Хотя этот там, конечно, супердизель. Я одного не могу понять, как у него получается приземляться нормально. Вот чего я не могу никак понять. И мотоцикл там первым шпарит. Ну и посмотрим, какой я. Я, по идее, должен быть, друзья, первым. Да. Так, что у нас тут? Опять пляжный кубок. Пляжный кубок. Поехали. На ролике будем покорять пляжные кубки. Давай, нормально. Полет нормальный, я бы так сказал бы. Ну и все. Финиш. В конце мотоцикл. Даже не мотоцикл, а драндулет приехал вторым после меня. Действительно, что ли, так? Ты посмотри там. Че только они не делают. И кренделята там выплясывают. И крутятся, и вертятся, особенно вот этот мотоцикл. На попрыгушках он, ё-моё. Я думаю, как он там бустится? Или чё? Я не увидел у него там амортизаторов, но, по-моему, он всё-таки, ребят, скакал на них. Он на них скакал. Вот здесь я, конечно, немножко оплошался. Не идеально было приземление. Бульк. Упс, отлично. Все, ребят. Первое место обеспечено. Чуть-чуть, гора смерти. Ну, гора смерти, блин, я думал, что это зима будет. А это нифига не зима. Это гора смерти. Такая вот противная гора смерти. Но здесь у меня получилось занять первое место. Фух, я ж дыхание затаил. Опа, Чебурашка там видел, как вылетел? У меня крыша, шапка отлетела. Иди пинай свою шапку. Не надо, вот тут можно разбиться, причем в легкую. Есть. Круто. Ну что, вершина мира. То есть то у нас вечные спуски, то теперь у нас вершина мира. Я уже тут не стал слишком сильно газовать. А, наверное, зря, да? Зря я там, конечно, сбросил скорость, по ходу дела. Ну, у этого чувачка тоже наверняка шины. Да, у него там шины такие же, как у меня. Или нет, непонятно. Ладно, все равно первое место. Так, берем 12 деталей. Это у нас ракета. Крылья, стартовый ускоритель. Кубок, чего там? Кубок путешествий, дорога в никуда. Ну что опять за зависоны? Что опять за зависоны, скажи мне на милость.
Ну. Все, дождались игроков. Первые тройки игроков, поехали. А спортивное авто. Точнее этот. Опа, я перелетел. А вот тут вот я лопухнулся, блин, по полной программе. Заднее колесо вот надо было обязательно тронуть, да, этот? Куда ты? Откуда ты вылез-то, засранец-то мелкий, а? Вылез он непонятно откуда. Пока все нормально, да? Пока все тихо. В Багдаде все спокойно. Опять? Вот объясни мне, откуда он взялся-то такой, а? Че у него там надето, не могу понять. Что-то навешал там на себя говна всякого там непонятного. Какие-то игрушки висят. А, нитро. Все, друзья мои, понял я. У него там... Он на нитро едет. Окей. Так, ну что, по итогу я первый. Да, ребята, я первый. Так, замечательно. Зеленый кубок у нас на дворе. Эх, зеленый кубок. Кто там шпарит? Я не пойму. Опять спорткар, да? Вот это было жестко. Тут можно навернуться, как нефиг нафиг. Я тебе серьезно говорю. Трындец просто какой-то. Фух, я уж думал, не доеду нормально. Так меня мотыляло по этой дороге. То туда, то сюда. Думал, все, сейчас перевернусь к ядрине фени где-нибудь там, на супостатке. Ну, лучше так, поверь мне. Че? Дмитрий, погоди. Папочку-то. Куда ж ты без меня-то? Нажимаешь на две кнопки, приземляешься быстрее. Так там было написано, да, друзья? Вот тут я, конечно, да, дрозда-то дал. И он тоже дал дрозда. Ну, нифига там тягач. А чувачок разбился. Да. Переборщил. Ну, действительно, говорили, что на этой машине легко... перевернуться или разбиться. Оно получается так и есть. Когда вы писали, вы не врали. Вот на пригорках, когда вот надо обязательно на два колеса вставать. Только в этом случае будет нас ждать успех. Другого варианта я вообще тут просто не вижу. Есть. Заехали, блин. Просто. Просто идеально. Так, воскресный чемпион. Слушай, а если я возьму, например, вот супердизель? Мы давно не катались на супердизеле. Поехали. Да, 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 да. Просто как это... Как вентилятор, пропеллер прошуршал здесь. А у меня тут что стоит? А у меня стоит монетный ускоритель. Ты сам видишь, что у меня там стоит. Все, что нужно. Для того, чтобы супердизель просто мчался, как, не знаю, как... Как сумасшедший. Просто обгоняя всех. Но опять же, это, ребят, по прямой. Сейчас будут какие-нибудь кочки за... Вот, например, здесь. Вот, 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 вот. Хотя, может быть, еще успеем обогнать. Заезжай тогда уже в дом, вовнутрь. Обалдеть.
Просто на финише. Прикинь, так вырываешься, да? Все там едут, пыхтят, а ты просто вылетаешь из ниоткуда. И здравствуйте, товарищи. Рейчик прибыл. Да, тут, конечно. Вот, видишь этот прыжок? Он очень затяжной. Он затягивается. Ну что, ролейка. Ой, ролейка. Супер дизелек по-прежнему в отличной форме. Я его проверил, протестил. Жалко, у меня машин вот мало, на которых я могу ездить, которые у меня прокачаны по полной. Вот это вот, конечно, но это, ребят. Все бы ничего, но есть небольшой нюанс. Она у меня не прокачанная, понимаешь? То есть, ну, как бы слабенько, слабенько у нее все. Давай, конечно, я проедусь разочек. Мы как-то пробовали на ней уже ехать. Очень опасно на ней ехать. Ой, а что это так? Вот она. А что там? Там кто-то понизу поехал. Я думал, что там нету дороги. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, ребята. Ой, как же это сейчас было. Да, на этой хилл-климп ехать. Ну, ребят, любая крыша или что-нибудь в этом роде, все. Тебя, считай, в живых нету. Ты понимаешь, да, почему? Ну, ты посмотри. Да ну что это, твою... Ой, нет, ребят, не буду больше... Не буду больше вообще даже пытаться на ней ехать. Думал, что, может быть, сейчас будет как-то получше что-нибудь. Ничего в ней, на ней получше быть не может. То есть, она неуправляемая, блин, какая-то. Она трясется вся, как я не знаю кто. А крышу на нее специально ставить целенаправленно. Ну, это глупо, друзья. Это просто глупо. Поэтому я... Нет. Упаси, как говорится, еще раз на ней ехать. Обойдемся и без нее. А это как всегда, а? Ну, на этот раз я хотя бы не разбился, но опять же, еще не вечер. Я же могу чудануть. Хотел, блин, попасть, но не попал. Я хотел попасть на трамплин. Слушай, ну вообще так-то идеально проехал. Даже несмотря на то, что у меня как бы не задалась дорожка. Ехал я как червяк навозный. Куда ты прешь вперед, папа, а? Спорткар. Ой. Ну раз заехал, так газуй тогда. Так тут вот обрушивается, насколько я помню. И все-таки я здесь тоже молодцом прокатился. Так, ну что, последняя у нас здесь гонка. Ну, кто-то поехал по низу, кто-то поехал по верху. Укажу свой путь. Этот там чудило на чем прыгать-то? Я так и не пойму. А, на прыгульках. Так он еще не дорос, на попрыгульках-то прыгать. Ладно, ребят, первое место. Двигаемся дальше. Блин, я еще даже на этот бугорок не заехал, а? Ты посмотри, тоннели. Попробуем взять с тобой. Вот это да, ребят. Вот это я сейчас сделал фокус.
Только не убейся, пожалуйста. Так, ну как я понимаю, мне уже... Какое там, третье место, да, светит? В плане. Да, третье. Но это несмотря на то, что я там завис, фиг знает сколько. Так бы было бы первое. Сейчас проверим, что у нас тут дальше пойдет. По плану или не по плану. Повезло тому, кто перепрыгнул. А они перепрыгнули почти здесь все. Вот это я тут зачудил, а. Бум-бум-бум-бум. То вперед, то назад, то вперед, то назад. Вот дурка, а. Самая настоящая дурка, ребят. Да куда ж ты там летишь-то так высоко? Дуралей ты непутевый, блин. Вот оно, вот оно. Это, вот они, эти валуны. А что это случилось с вертушкой, я так и не понял. Да, третье. Ну, по итогу первый. Нет, третий. А, ну тут вон. Это там очки были. Третий, отъезжаем назад. Мы вообще таким образом никогда не доедем, да, ребят. До 26 тысяч кубков. Ну кто же мог врезаться-то? Только я и мог врезаться. Так, тихо. Твою налево, ну. Отлично. Слушай, это, походу, дело одна гонка всего лишь. Трасса-то слишком длинная. Так ведь? Ну да, так и получится, что у нас одна гонка здесь всего лишь. Отлично. Фью, а тот сзади не отставал от меня. День гонок. Отказали тормоза. Сейчас посмотрим, как тут отказали тормоза. Давай, 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 давай. Там сзади тягач, что ли, едет? Че, опять? А, нет. Нет, я уже думал, опять одна гонка. Там тягач, и с ним следом ехал раллийное авто. Попробуем сейчас. Вот зря. Зря я не приземлился на оба колеса. Оп, я как всегда тут Шумахера врубаю. Есть. Всех обогнал. Опять же, ребят, не без помощи идеального приземления. Вот тут я, конечно, лопушка дал. Да иди ты. Заходил чего? Подгазовывает он мне там еще. Сосунок несчастный. Ну вот, наконец-то мы заехали с тобой только на пригорок. Только лишь на пригорок. Гонка по амбару. Кто там опять на нитро у нас шпарит, а? Ёк-макарёк, тут главное не врезаться. Нормально. Так, а этот у нас со своими там турбинами, с ездой на заднем колесе,
Шпарить не отставал от меня. То есть любой косяк за мной был бы, да, и все. Финита ля комедия. Мы бы не смогли бы его догнать вообще уже ни в каком контексте. А так, как ты видишь, у нас все пока хорошо. Вообще идеально. Проехали просто супер. Пусковая шахта. Вот сейчас бы не было идеального старта. Твою налево, еще в полено в это. А, так это багги у нас едет. А я-то думал, что это ролейка. Вот оно что. Вот оно что. Так, ребятушки, ну первое место. Кто бы мог сомневаться. Сколько нам еще? Кубок Федерации. Ну, гонки 4, наверное, еще проехать. И 26 тысяч кубков будет у папочки в кармане. Поехал я, наверное, вниз. Зря, конечно, это все сделал, но ладно. Что сделано, то сделано, да? Ой. А тягач-то как-то выкрутился из этого положения, ребят. Смотри, и уже не догнать его. Ладно, я отомщу, мне-то что? Так, сейчас тут, наверное, ага. Он там прям жаждет меня обогнать. Я прям вижу, как у него там бурлит говно. У этого тягача. Но не тут-то было. Один раз дал прослабление. Он думает, что я ему теперь вечно, что ли, буду давать? Занимать первые места. Конечно, нет. Тут еще, я смотрю, у нас... Ау! Тут у нас, оказывается, еще и хитрожопый появился, ребят. Да что меня на кактусы-то на эти всех закидывает-то, ёпрсы-то. Ну ладно, первым все равно, ребят, приехал. Ну я имею в виду по итогу очков, естественно. Не то, что я именно в этой гонке приехал первым, а по количеству всех очков собранных, естественно, мы заняли первое место. Это трасса Билла, что ли, у нас? Кто-то не справился там с управлением, а у меня все четенько, ребят. Еду все как обычно. В штатном режиме. На полных скоростях. Да, это трасса Билла, собственно, персоной. Вот это вот, конечно... Не очень приятно, но зато без крыши мы теперь будем еще быстрее набирать скорость. Так сказать, облегченный вариант у нас машинки стал. И первым приехали. Последняя гонка на трассе Билла. Там тягач, я смотрю, да? Тягач, вот в прыжках, ребят, что не скажешь. Тягач почему-то выигрывает. Чего? А! На попрыгушках. На попрыгушках, ребят. Так, ну что, это моя шахта. Я так понимаю, наверное, еще две гонки нам нужно будет сделать. И уже будет финиш. Ну, будет взято определенное количество кубков. Ну, не в тему вот это вот. Вот это вот не в тему, когда ты набираешь скорость и в потолок. Это вообще как бы ни к селу, ни к городу. Айфововна там, да? Так, отлично.
Да ёк-макрёк, я все время забываю, что там этот мини проклятый прыжочек есть. Кто? Айфоновна. Айфоновна, блин. Оп. На колеса. Трындец, блин. Давай, Рэйчик. Газуй. И вот он, финиш твой родной есть. Там уже чувак на ГКМ-ке летит, бородач. Захотел меня обогнать, но не тут-то было. Сопли, как говорится, еще не подтер, а уже просит такую штуку, как финиш. Типа идеальный старт, блин. Ну я хоть каким-то чудом умудрился все-таки выкрутиться, друзья мои, из этой. А вот тут вот. А вот тут вот полный фарш получился, ребят. Ну, для меня, по крайней мере. И прыжок этот дебильный, длинный, затянувшийся, вообще не в тему был. И домик этот помешал, который мне не попал, как говорится, в стезю. Не попал я в стезю. ККМ-ка, вали отсюда, а? Чертовой бабушки. Лезет тут она ко мне. Прижимается. Блин, дерьмо какое-то получается. Ладно, нормально. Фух. Ну что, последнюю гонку идеально прокатимся? Или не прокатимся? Ой-ой-ой-ой-ой. Если бы я попал бы на оба колеса, бы, конечно, бы я с помощью вот этого. Ух. Я не могу, ребята, я не дотягиваю. Они проехали, да, я не вытянул. Ну, бас этот спорткар там застрял. Ой, ладно, первый я все равно, ребят. Ну что, забираем или нет? Ну, как всегда, не хватает совсем чуть-чуть. Тут всего две гонки, но они, так понимаю, будут, ребят, ну, довольно длинные. Зря он вот на эти гонки берет и шпарит на форсажа. Просто. Нет, нет, блин. Твою-то налево, а. Так, ребятушки, мы и проигрываем. Да чтоб тебе горючка сгорела. Блин, у меня сейчас горит горючка. Каким я там вторым? Ну, не последним, слава богу. А у того я больше уверен, что 100%, ребята, горючая закончилась, который там на форсаже шпарил. Как пить дать? Нет, 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 нет. Ну, давай, шпарь, чух. Ёх, макарёк, проехали, слава богу. Вообще ни черта не вижу, летишь. Все, ребята, первое место. И, да, 26 тысяч кубков. Монетное открытие для автобуса. Фью. Да, друзья. Дальше какая-то очень долгая трасса. И я не вижу, где там будет 30 тысяч кубков. Но они где-то будут. Так, приветик. Продолжить. Гонка. Да нет владельца, нет владельца. У меня на этой машине, походу, дела ничего не стоит, да? Вообще никаких этих. Нет, там есть этот ускоритель. М-м-да.
Ты смешишь меня просто-напросто. И это все не прокачано еще ко всему прочему. Но, тем не менее, я хоть что-то проехал. А вот как я буду сейчас на мотоцикле, вот это вот уже интересный вопрос. Вот и все. Вот я и прокатился. Как эти гонки? 81 место, да? А мы что, с кем-то соревнуемся, да? С какой-то командой? У нас у вражеской команды 2175, а у нас только 1400. Блин. Когда машина не прокачана, она вообще, ребят, не едет. Просто-напросто. Просто не едет. А вот это что такое? Можно мне глянуть? Пш. Еще вот на этом драндулете я должен ехать. Ой. Ё-моё. Да ну! Как я должен... Это трэш! А почему они на разных машинах, а я на этом говне еду? Я не понял. Да надо же, я еще и умудрился, ё-моё, приехать. Чего это там? Кто там куда-то в... Ну, это понятно. А как... Подожди, я не могу понять, почему... В гараж. Если я, например, возьму вот так вот, допустим. И вот так. Как там она... На две кнопки, да, надо нажимать? И чего? То есть ты подлетаешь, у тебя заканчивается горючка, и до свидас? Нет, это какое-то недоразумение. Да ты можешь ехать, ты трахтишь, блин. Да я даже ничего не проехал, у меня уже бензин кончается, ребят. Шиш его знает, как тут ехать-то. Кто разбился? А, не пойму вообще. Ладно, на чем он там ехал? А что, машину не показывают, на которую он ехал? Вот так вот. Да, было жестко. Было люто. Ну что, ребят, на этом сегодня я буду закругляться. Всем большое спасибо за просмотр и до новых скорых видосиков.